Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я Геннадий Кацов. Рад приветствовать вас в нашей передаче. Сегодня мы обсудим с гостями программы основные актуальные темы прошедшей, проходящей рабочей недели, начиная с понедельника. Хочу сразу представить гостей. Рядом со мной Илья Левков, политолог, издатель. Илья, приветствую вас. Здрасте. И Вадим Перфильев, работник ООН, бывший работник, карьерный дипломат, да, то, что называется, если так. Вадим, приветствую вас. Ну что, главные темы. Я думаю, что начнем мы, собственно говоря, с прошедшего воскресенья, с 25 ноября, поскольку эта тема, она и обсуждается, и продолжает разыгрываться уже практически неделю. 25 ноября, ситуация в Керченском проливе. Я должен сказать, что, ну, по крайней мере, в моих программах, и в утренней пробежке, и в передаче «Не дня без строчки», обзор американской прессы. Я об этом очень и очень много говорил. Не сомневаюсь, что и в наших новостных передачах здесь у нас на RTN тоже немало об этом говорено. Так что я даже хотел бы, чтобы мы не столько обсуждали подробности, хотя, пожалуйста, ради бога, сколько мы обсуждаем уже текущую ситуацию. Это, естественно, и отказ Трампа от встречи с Путиным, поскольку это прямое следствие того, что происходило 25 числа российско-украинского конфликта. Это совершенно разные темы, кстати, включая и «Северный поток-2». Итак, ну что, Илья, давайте вас начнем. Во-первых, я не знаю, что мы будем обсуждать, что другие обсуждают, но здесь есть... То, что вы хотите, то вы и говорите. Да. Здесь есть такой новая фаза в отношениях между Россией и Украиной. Если раньше с улыбкой было пояснено, улыбкой Путина, президента Путина, было пояснено, что это зеленые человечки, которые там откуда-то появились и возвратились. Их там из... нет, их теперь называют, да. Да, да. Потом это были вот просто независимый Донбасс. Здесь впервые под флагом России идет не своего рода, а явная, которую вот мы нормально... Были такие ситуации в истории, вот когда был блокада Берлина в 1948 году, подобные игрушки, понимаете? Вдруг там одна полоса не работала, стоял паровоз, пыхтел, что-то лопнуло, механика не было, он где-то был в запое. Понимаете, вот такого рода якобы объективные. И здесь мы видим, что вдруг изменяется юридическая и практическая сторона пароходства и движения в свободном правил, море. Которые регулируют. Это правила, да, навигации. Правила навигации и также договор между Россией и Украиной 2003-го, подписан в 2004 году. Сейчас, он же не менялся, этот договор. Он не менялся, но вот в том-то и дело. Во-первых, изменился статус. Что здесь вошло? Во-первых, там было свободное. Они могут посещать, конечно, свои порты. Свободное мореплавание. Для украинцев сейчас. Когда создался в кавычках Крым, вдруг это стало полунезависимым, потом присоединился к России после до голосования, опять 12 миль сейчас есть, я не хочу входить, может быть, вот мой сосед скажет, какие есть различные территориальные воды. Когда-то оригинально это было 3 километра. Почему 3 километра? Километры они мили, потому что это была пушка палила, значит, он мог обстреливать территорию, землю. Потом это было 5, потом это сделали 10, 12. Но есть разные территориальные воды для чего? Разный статус. Статусы и функции территориальных вод. Сейчас было объявлено, что это 12 миль, кажется, или километров, опять я не уверен, вокруг Крыма. И вот когда они заезжали, вот в том-то и суть. Ведь они не прошли через Керченский пролив под мостом, потому что там какой-то корабль вдруг дал осечку и остановился поперек. Как он шел и как он остановился, закрывая вот эту арку. Сейчас... Как вы знаете, это новый мост, который был открыт в мае. Между прочим, были соглашения, что высота моста будет от 40 до 50 метров, чтобы могли войти сюда. Нет, она сейчас 35. Что практически не позволяет судам, которые шли в Мариуполь, 144 суда слишком высоки, чтобы пройти туда.
сейчас, понимаете? Значит, должно быть меньшим, значит, техника, технология, но это давление, это микро-микродавление, о котором нормально люди говорят. Если мы немножко, если мы другое слово возьмем, не столько давление, сколько, вот вы говорите, 133 судна не могут уже 144. Пройти. 144 уже не могут пройти. Да, не могут. В каком-то смысле это блокада. Своего рода. Или Украина, блокада Украины. И промышленность, оттуда приходит и уголь, и пшеница, идет экспорт в другие страны, а страна живет этим. Я и хочу отметить, из украинской Одессы в украинский Мариуполь сюда направлялись. Да, это да. Я не говорю об этих, я говорю о коммерческих, понимаю, которые принимают. Сейчас они даже не дошли туда, не прошли через этот мост, и не было спора. Спора, что они где-то заехали возле Крыма. Возле Крыма, который был... Возвращаясь, они, во-первых, уже шли назад. И, во-вторых, якобы тогда они приблизились. Я не знаю, насколько есть карты, есть это будут факты неоспоримы. На этот момент, я думаю, кто должен знать, знает, но не говорят об этом. Я вам должен сказать, что я в беседе в среду на этой неделе с нашим российским корреспондентом, мы разбирали, что такое правило навигации Организации Объединенных Наций. То есть существуют вот такие, как Керченский пролив, в Керченском проливе и в других проливах должны суда проходить свободно. Это правило, это, я еще раз говорю, навигационные правила ООН. То есть там не может никто мешать. Почему, если вы начнете мешать, вы закроете для других движений и так далее? Вы должны проходить. Там, собственно говоря, нет вообще понятия территориальные воды. Это еще раз такое впечатление, что это долгая программа, начиная с острова Тулса. То есть это тоже было. Вот тогда захват этого острова на самом деле. Затем Керченский мост, Крым и так далее. То есть Россия устанавливает в этом регионе, что такое Азовское море, это озеро. Оно закрыто. То есть российская сторона, она устанавливает свои правила, которые противоречат правилам навигации Организации Объединенных Наций и, как вы сказали, договору 2003 года между Россией и Украиной. Да более того, это, во-первых, создает прецедент манипуляции на такую тему. Британцы могут закрыть Гибралтар военным судом. Абсолютно. Скажут, не будет военным. Это проблема будет для России. То же самое и турки. Босфор и Дарданеллы скажут, у нас была шлюпка, она утонула, мы сейчас поэтому существуют международные правила, которые регулируются правилами навигации. Да. Давай сделайте выводы. Вывод, что здесь есть что-то новое. Мой ответ, просто моя тема. Главное, что здесь есть качественное что-то новое в этом конфликте. Сейчас общий вопрос, почему, когда Россия вот сигнализирует, что она, у нее мускулы, она большая и мощная держава. Раньше она это делала против Эстонии, с кибератакой, помните? Потом насчет поставки энергии. Но сейчас она идет против большого государства, 45 миллионов. Все-таки о котором идет спор, будет оно, станет ли оно членом НАТО или нет. То для чего вот была эта сделка? Давайте на этом сейчас остановимся. Fine. Да, Вадим, пожалуйста. Мне кажется, что, конечно, здесь произошло... Я надеюсь, что мы не можем говорить, что произошло что-то непоправимое. Все-таки я надеюсь на дипломатию в конечном итоге. Мне кажется, когда вы говорите о непоправимом, оно произошло, но раньше, в 2014 году. Вот, аннексия Крыма – это непоправимое. Да, Россия считает, что больше вообще на эту тему говорить нечего. Но все-таки в связи с Крымом никакого, так сказать, ни разу никакой, значит, украинский военный, ну, или российский военный не стрелял по каким-то военным объектам украинским, скажем, с российской стороны. Многие спрашивают, почему Порошенко предложил военное положение именно сейчас? Ведь были и Воловайск, и было, так сказать, все, что происходило в Донбассе. Дело в том, что с точки зрения украинских властей, они все время подходили ко всему этому как антитеррористическая операция. Все-таки, так сказать, войну они не воспринимали это как военные действия между Украиной и Россией, хотя там есть российские вооружения, хотя там есть явные элементы и военные российские, даже их иногда отлавливали там на украинской даже территории. Но вот сейчас что произошло, что качественно совершенно изменило весь, так сказать, ситуацию между Украиной и Россией, то, что украинские суда, которые фактически возвращались в Одессу, они никого не атаковали, ничего,
На них было совершено нападение не только морскими силами, но и вертолетами и самолетами. И были, так сказать, раненые люди, могли быть и погибшие. Они к тому же отправлены в Москву, сейчас эти люди. В общем, это создана ситуация, в которой в Украине, хотя я вот наблюдал в прямом эфире заседание Верховной Рады, и там, надо сказать, оно было очень неприятным и для Порубия, руководителя Верховной Рады, и для самого Порошенко. Но в конечном итоге всего 30 депутатов проголосовали против военного положения. Оно, конечно, было смягчено, 30 дней только в некоторых областях, но все равно только 30 депутатов. И в основном это были оппозиционный блок, Бойко, в общем-то, люди, которые просто переместились из партии регионов Януковича в партию блока, так сказать, оппозиционный блок. Так что в украинском обществе впервые, в Раде впервые такое огромное произошло единение именно в связи с тем, что там восприняли вот это вот ранение моряков как нечто просто трагическое для всей нации. Надо сказать, если вы видели эти кадры, когда гибнут украинцы на Донбассе, там ведь улицы стоят на коленях, они провожают героев в последний путь. Это для украинцев очень... Это их очень... Это, конечно, тяжело, это тяжело, тяжело то, что происходит, но это их объединяет. И вы знаете еще что? Ведь, конечно, в Украине много людей, говорящих по-русски, они прекрасно понимали те выброшенные, так сказать, в интернет украинцами, украинскими службами безопасности переговоры между российскими летчиками, между российскими моряками. И вы знаете, ну, обычно у нас все-таки морской офицер, и в России, да во всем мире, это, в общем-то, такая интеллигентная косточка в армии, обычно, особенно офицеры. А здесь мат, перемат, причем прямое, так сказать, указание, значит, брать на абордаж, расстреливать. И все это ужасно грубо, все это... Конечно, я понимаю, эти моряки, они тоже слушают передачи Соловьева и Киселева, и где, так сказать, эти пендеровцы, 5-10, Дави их, вот, и прочее. Но это очень тяжелое, вот, на меня, как, так сказать, гражданина моей страны, России, произвело впечатление, что вот эти люди, которым доверено оружие, что они могут вдруг в таком каком-то раже, совершенно не причиняющих никакого совершенно, так сказать, ущерба людям, не атакующим их совершенно, уходящим к себе в порт в Одессу. Во-первых, так ужасно высказываться и так действовать. Я вообще не уверен, что все это нападение на украинских моряков было действительно санкционировано так, как оно произошло. Может быть, действительно произошло что-то. Но это тоже свидетельствует о каких-то, так сказать, неполадках в системе команды, но, кстати, что тоже опасно в этих условиях. Кстати, Вадим, вот то, что вы говорите, это на самом деле претензии, которые предъявляют к современным средствам массовой информации, да, особенно да, российским. То есть, когда идет критика этих средств массовой информации, они говорят, вот те фамилии, там тот же самый Соловьев и так далее, что этих людей ждет трибунал. Поскольку средства массовой информации России, они так накручивают людей, что они звери в данном случае, я не хочу сказать, потому что звери они не убивают вот так, просто так, а это зверье. То есть людей так накручивают, что они готовы быть убийцами. Да, и вот особенно меня, конечно, в этом случае, когда я слушал эти, значит, голоса, меня поразило то, что это говорят офицеры, у которых в руках, которые командуют людьми с оружием. Это очень опасно. И поэтому вот сейчас, конечно, могут быть разные. Вы знаете, я довольно часто бываю, вот мы недавно с Ильей были в Колумбийском университете, я не знаю, согласится ли он со мной или нет, но я там бываю тогда, когда там выступают российские представители. Сам недавно вот с лекцией выступал там тоже в Колумбийке. И вы знаете, когда сейчас задают нам... Это Харриман, да? Харриман-центр, да. При Колумбийском университете. При Колумбийском университете, да. Так вот, сейчас, когда нам задают вопросы, у меня такое возникает впечатление, что вот как бы они что-то такое разглядывают сквозь стекло, эти специалисты, так сказать, вот здешние американские, и разглядывают каких-то, так сказать, в общем-то, ну, не совсем подобных им людей. То есть они уже как-то вписывают вот наш, так сказать, что ли, российский, так сказать, социум
в какую-то уже категорию иную. И вы знаете, это Мордор. Очень, это очень, Мордор, это очень, говорит, это очень и очень опасно. Конечно, здесь произошел некоторый, так сказать, сбой в специализации по Советскому Союзу, по России. Потом, когда, значит, вроде Советский Союз развалился, что там особенно им заниматься? Поэтому сейчас новые люди, которые приходят в эту советологию, они забывают, что в свое время администрации американцев, в том числе республиканские, они вели дела с Советским Союзом, когда тот, например, там вторгался в Чехословакию, когда он, так сказать, там явно способствовал тому, чтобы сбивали там американские самолеты во Вьетнаме, когда он входил в Афганистан. И я, когда первый раз сюда приехал, в ООН в 69-м году, это же было на следующий год после Чехословакии, допустим, но мы здесь очень активно именно с американцами вырабатывали те соглашения, которые должны были развивать договор о нераспространении ядерного оружия. Мы были, ну, если сказать так, что, наверное, мы проводили время с американской делегацией значительно больше, чем с какой-либо другой. И это естественно, конечно, потому что две страны, которые обладают наибольшими, так сказать, потенциалами во многих областях, особенно в ядерной сфере, они должны быть вместе, потому что сейчас представление о том, что можно санкциями или чем-то другим что-то изменить в России, наверное, это не совсем верно. Дело в том, что поддержка той линии во внешней политике, которую проводят там Путин, Лавров, Песков и прочие, она абсолютно, так сказать, она очень велика. И поддержка со стороны кого? Со стороны общественной... России, со стороны в России. России, да. Ну, со стороны России, да. Да и не только в России. Есть уже и другие страны, которые поддерживают, в общем, к сожалению, не самые демократические страны, но есть такие страны. Вот, поэтому в этих условиях, значит, чем больше будет вот таких шагов, как, например, Трамп не встречается с Путиным, или какие-то другие, значит, ну что ли, так сказать, отказы от общения с Россией, тем в какой-то степени вот этот вот дух осажденной крепости, он будет повышаться. Да, я понимаю. Все дело в том, что мы сейчас должны уже к Илье перейти. Да, просто да, я да, хочу, да, чтобы каждый сказал. Я думаю, что Трамп не встречается с Путиным, и он объяснил, почему. Потому что ситуация, и мне кажется, совершенно верно, ситуация украинско-российского вот этого конфликта в Керченском проливе, она не разъяснена. То есть он так и сказал, он говорит, когда станет понятно, что произошло, мы тогда можем говорить. А теперь нам пока говорить не о чем, поскольку мы не можем сесть за стол переговоров, не понимая, насколько Россия в данном случае агрессор или какие-то другие мотивы существуют. То есть, мне кажется, это совершенно правильно. Другое дело, Трамп будет встречаться с Путиным. Если бы он встречался, его бы критиковали. Если бы не встречался, его тоже критикуют. Это другое дело. Мы это, кстати, еще затронем эту тему. Илья, пожалуйста. Давайте вернемся к Керченскому проливу. Керченскому, да не Керченскому. Во-первых, этот процесс продолжался 11 часов. Вот эти переговоры между украинскими катерами и российскими. 8 они шли спокойно, и потом 3 часа был такой конфликт на... Сейчас. Я прослушал Путина и был удивлен следующим. Значит, сейчас я вам скажу, что он говорил. Он говорил вещи, которые для меня сразу создавали проблему, но он говорил это не для Запада. Он говорил для Запада тоже, но те, которые не знают, были удивлены. Он, во-первых, вопрос был, спровоцировали конфликт. Это вывод. Вывод двухэтажный или трехэтажный. Значит, есть конфликт, и здесь не было недоразумения. Потому что они пришли и сделали, и проходили эти катера и другие без разрешения. Они извещали, и все. Не надо разрешения. То, о чем я говорил. Надо, вы не можете препятствовать. Вам дали знать. Но вот он сказал, здесь он вставил лоцмана. Когда мы предложили им лоцмана. Во-первых, это не предложили, надо до него платить. Военные корабли не должны иметь лоцмана к тому, когда едут в территорию той страны. Это только в порту лоцман вводит корабль, потому что он знает все-все. Но перейти с Черного в Азовское море и прийти к порту, им не нужны русские лоцманы, чтобы войти в Мариуполь, понимаете? Но он сказал, мы были все честны, мы им предложили, они провоцируют, они вели. И потом еще дальше идет вот это
я не понимаю, как он не чувствует, что это натяг. Он говорит, они объявили военное положение. Значит, не мобилизацию, а военное положение. Что значит военное положение? Даже не было ясно. Они потом его объявили, потом. Да. Да, но он говорит, это тоже было, вот они играют в эту игру, чтобы Порошенко отодвинул, чтобы они выборы, смогли. Да, опять эти политические мотивации. Псевдомотивации. Мы говорим о физическом обстреле, мы говорим о таране, мы говорим о два судна и еще... Вот о нарушении договоров. Специфически, физически даже. А он говорит, большинство его речи, он говорит, мы хорошие ребята, и мы предложили, мы все это делали, они говорят нам нет. Не говоря о том, что у него не было на это права, как вот в договоре, и не говоря о том, что практика тоже показывает, что они проходили свободно туда. Ну и вообще, с точки зрения международного права и с точки зрения того, как считают украинцы, все воды вокруг Крыма – это украинские территориальные воды. Это Украина. Крым – это Украина с точки зрения международного права, с точки зрения ООН, с точки зрения Украины. Так что здесь тоже, понимаете... Ни одна страна, кроме Южной Осетии, по-моему, да, не признала Крым дело в том, российским. Что, нет, дело в том, что у Украины действительно существует сейчас ситуация. Вот вы ссылаетесь на Путина. Но если Украина начнет с России вести дела так, как если бы это действительно там были территориальные воды России, то ведь тогда рушится вся, так сказать, система внешнеполитической логики Украины. Она не может просить разрешения у России на вхождение в те воды, которые она считает своими. Вот это тоже очень важный элемент, который, кстати, прекрасно понимают международные юристы и Европейский Союз и Соединенные Штаты. Но они случайно зашли в эти 12 миль вокруг Крыма. Здесь даже не идет, что они специфически. Они вошли во время того, когда уже начался конфликт. Это само собой. Но я говорю, что даже если бы... Да. Ведь некоторые, некоторые очень важные элементы в российском, так сказать, социуме или там в российских организациях, скажем, Сбербанк, он понимает, что если он начнет действовать в Крыму, то у него будут санкции в него, понимаете? То есть здесь какая-то существует двойственность. С одной стороны, у России понимает, что в связи с Крымом что-то, так сказать, в общем-то, надо соблюдать с точки зрения международного права, поскольку оно считает это Украиной. А с другой стороны, когда речь идет о совершенно, так сказать, спокойно идущих судах, которые ни на кого не нападают, которые вообще ничего... Здесь мы показываем свою силу. Здесь, то есть вот это большое противоречие, которое просто не могут осмыслить в международном юридическом, так сказать, сообществе, которое действительно создает такую... Потому что здесь явное противоречие, это нельзя осмыслить. Это противоречие. И, конечно, из него надо непременно выходить. Каким образом? Я вот с вами совершенно согласен, что прежде всего для того, чтобы не распространялось вот это вот, так сказать, какое-то озлобление такое, так сказать, еще дальше в России... Тем более на военных, ведь это может быть не только здесь. У нас есть узкие места, где там около Калининграда, около там, значит, Прибалтики, по Балтийскому морю, да мало ли где. А там, где Приднестровье стоят, так сказать, российские войска. Если везде военные так начнут тату их, так сказать, мы сильнее, мы сейчас, так сказать, их это самое, и всякие там эти матершинку бросать. Третья мировая война. Да, и понимаете, дело в том, что действительно сейчас очень быстрые средства военные. Некогда позвонить в Кремль, спросить, как туда-сюда. У них есть общие указания. Вот, видимо, они действовали там, в Черном море, на основании общего указания противостоять. Вот они противостоят. Каждый противостоит по-своему. Я думаю, они были специфические. В трехчасовом дебатах, батя, которые шли, все, им дали указания, мы ваши... Да, нет, я согласен с тем, может быть, Геннадий, надо, чтобы в России побольше слушали ваши утренние пробежки, с тем, чтобы... Не вот только мои, есть еще другие западные программы. Да, значит, вас я даже как-то и западные бы не назвал, все равно... Мы расположены на Западе, мы высказываем точку зрения в немалой степени, я, по крайней мере, да и вы сейчас тоже, мы высказываем точку зрения, в общем-то, характерную для западной позиции. Нет, я бы, вы знаете, не надо... Другое дело, что моя позиция совпадает с этим. Нет, не надо, так сказать, юридическую обоснованную позицию присваивать только Западу.
Это мировое сообщество так предполагает. И, конечно, в России тоже очень многие так полагают. Вы знаете, ну, я-то, слава богу, сколько лет работал в МИДе, 30, по-моему, значит, так и многие мои коллеги помладше, они еще то сейчас работают. И знаю прекрасно, что, конечно, они понимают, что действуют, в общем-то, в разрез тому, чему их учили. Очень краткий вопрос у меня к вам обоим. Обычно он задается, а кому это выгодно? То есть, вот вы уже сказали о том, что есть позиция, что это Порошенко. Это вы, по-моему, сказали, Илья, да? Что есть позиция, что это Путина, выгодно, это выгодно, явное... это выгодно Порошенко, поскольку таким образом можно, введя военное положение, до того, как стало ясно, что означает это военное положение, эти были разговоры, можно, введя военное положение, откладывать президентские выборы в Украине и так далее. У Порошенко очень низкий рейтинг. Для Путина тоже это хорошо, и тогда кому это выгодно? Вот вся эта ситуация. Вопрос не выгодно, вопрос вот как объясняет президент России то, что произошло. Что он говорит, это выгодно ему. Они нападают, у них инициатива, у них все, они делают, они сотворяют, они натворяют. Но говорят, что это была провокация. Почему провокация, если они контролируют все, и все было сделано именно ими? Против этих судов, которые уже шли этим же путем к тому же порту. Как можно назвать это провокацией, если инициатива и контроль была на другой стороне? Это выгодно России раздуть вот этот конфликт? Опять, я не хочу сказать, я говорю то, что Путин сказал. Я вот его слушал очень-очень внимательно. И я был удивлен, какие такие легкие, сомнительные доводы он приводил. И большинство из них политические. Это выгодно ему. Он соберет, он должен будет отложить выборы. Опять добавочные сомнения насчет его личности. Какое дело президента Путина говорить об этом, когда здесь идет вопрос о столкновении? Мне кажется, он у нас у Соединенных Штатов учится. Потому что, что бы здесь ни происходило, это Трампу или выгодно, или невыгодно, и всегда его находят виноватым. Кому это выгодно? Вы знаете, да. Я тоже согласен с Ильей, кстати, вообще я восхищаюсь глубиной, так сказать, или, может, это играет роль то, что он издатель, он очень много читает книг. Я был, потому что 50 лет тому назад я приземлился в Колумбийском дороге, до того, как вы приехали в Америку. Вот. Откуда? Илья здесь 64-го года, вы здесь, в Соединенных Штатах? 67-го. Нет, 67-го. Я в 69-м году приземлился в ООН. Вы оба прибыли в Соединенные Штаты, я вас могу поздравить раньше меня. И, кстати говоря, в этом же году впервые побывал в Колумбике и в Гарримановском центре, тогда же прямо. Так вот, его значит, не было, он стал намного позже и переехал в то здание в 70-м давайте году. Не будем отвлекаться. Не будем входить после программы вы разберетесь в хронологии. Итак, кому это выгодно? Значит, я бы не сказал, что это выгодно. Это, я думаю, последовательное осуществление, в общем-то, вот этой большой такой задумки насчет русского мира. Я думаю, это так. Потому что я не помню точно, по-моему, в марте 2014 года выступал, когда Владимир Владимирович Путин в Кремле, он говорил об этом, так сказать, вот что это русский мир, он называл даже определенные области Украины, которые, так сказать, они, так сказать, исконно русские и так далее, и так далее. Малороссия, Новороссия, да, и так далее. Да, Новороссия, да. То есть, да, Новороссия, да. Так вот. Понимаете, конечно, под действием всяких санкций, 5-10, пришлось немножко от этого отойти. Ну вот Крым, значит, присоединен к России, и тогда, кстати, это и выступление было, и говорилось о дальнейших шагах, и уже эти шаги намечались, уже, так сказать, какие-то появлялись народные, так сказать, губернаторы в некоторых областях русскоговорящих, украинских, приезжают огромные автобусы с русскими флагами и так далее, все это было. Но потом, видимо, что-то все-таки это приостановило. Может быть, западная реакция, может быть, просто сложности даже финансового характера, как все это обеспечить, я не знаю. И поэтому ограничились вот этой поддержкой самопрозглашенных республик Донецкой и Луганской. Но сама идея осталась, и поэтому сейчас вот восприятие, так сказать, которое, ну, те, кто стараются в России как бы почувствовать настрой своего руководителя, вот это превращение фактически Азовского моря во внутреннее море России, фактически, так сказать, ну что ли, закрытие фактически вот этой возможности портовой деятельности там на украинском берегу, все это, в общем-то, оно отвечает тому
так сказать, что провозглашалось, как вот эта необходимость какого-то создания вокруг России, так сказать, если и не присоединяет целиком к России, но в России каких-то дружественных образований, как там Северная Осетия, то есть Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. Можно ли назвать это реваншистской программой? Такой реванш за распад Советского Союза? Видите ли, с точки зрения российского населения, это не воспринимается как реванш. Вот слово «реванш», оно бывает после поражения. Все-таки развал Советского Союза, он воспринимается как катастрофа, но все-таки не как военный проект. Там уже не было никаких военных действий. То есть, как бы это не завоевывается обратно. Для россиян, тем более, которые слушают все эти передачи, Киселева, Соловьева, Брилева и других, это совершенно естественно для России быть вместе с братскими народами, тем более славянскими народами, ну и, может быть, даже другими, которые, так сказать, были в Советском Союзе. И я думаю, что поддержка в этом очень большая у Путина. И, во всяком случае, изнутри страны никаких таких, ну, побуждающих действий, чтобы он отказался, например, чтобы вот в отношении Украины предпринять какие-то примирительные шаги, я не думаю, что это на самом деле произойдет. Поэтому мне кажется, что здесь скорее нужно не говорить о том, как надо наказывать сейчас Россию за то, что делается то или другое его руководством, а показывать со стороны Запада, как было бы лучше для россиян, для России, прежде всего для россиян, потому что 8 лет назад, когда я как-то приехал в Москву, и где-то там кто-то говорил такие страшные вещи, что, а вы знаете, доллар будет стоить 30 рублей. Вот это вот. Я говорю, ну да не может быть 30 рублей, а сейчас 67 сегодня уже, понимаете? Это же все видят, это же чувствуют. Значит, надо какие-то, так сказать, и, кстати, когда я занимался, значит, информацией в МИДе советском, я тоже говорил и американцам, и многим другим, перестаньте критиковать Горбачева. Конечно, есть за что критиковать, безусловно. Но покажите преимущество того, как, если бы не было конфронтации. Что было бы лучше, если бы сейчас было большее взаимопонимание? А да, что от понимаю, этого выиграло я бы? Я понимаю, другое дело, что на сегодня там практически уже железный занавес. В общем-то, если мы не учтем интернет, а у массы россиян нет интернета, особенно в глубинке, то там уже все. Там уже нет ни правительственных организаций, там уже нет ни BBC практически. Там все уже затухает. То есть мы можем ориентироваться, россияне, можем ориентироваться только на то, что нам, условно говоря, нарицательное такое слово, что нам показывает нет, Первый Геннадий, канал. Нет, интернет очень-очень сейчас отсутствует, очень. Дай бог, и может есть, быть, я не прав. Нет, давайте перейдем очень кратко. Путина одно предложение. Вот это опять, не надо развивать следующее. Вот он говорит, они, Запад и украинцы, они продают антироссийское настроение. Продают. Они продажные псы, и это все, что это. Если завтра они потребуют младенцев, да, на завтра им подадут. Вы что это так? О людоедстве? А как можно вообще мыслить и говорить таких? Я не знаю, вы показывали здесь... Мы об этом, мы как раз в пятницу обсуждали, мы в пятницу очень подробно обсуждали это высказывание. Да. Совершенно какое-то... Но всех сидят и хлопают, всем понравилось. Младенцев разговор подают, христианских, наверное. Вот есть три строчки между кораблями, вы представили? Ну давайте, два слова. Российская сторона, подождите и не двигайтесь. Мы не должны вам объяснять, почему, украинцы... Мы не вооружены и не агрессивны, не проявляем. Оружие не применяем. Остановку не произвожу. Опять русское. Вы не подчиняетесь законным требованиям пограничного корабля береговой охраны Российской Федерации. Застопорить ход и лечь в дрейф. Иначе будет применено оружие. Слушайте, это даже не по-официальному. Не надо, это не требовало, это не код, который они знали. Это мы уже сказали, мы возвращаемся на круги свои. Да. Теперь вернемся к ситуации, связанной с этими событиями и с тем, что Трамп отказался от встречи с Путиным. Но вот мы как раз уже говорили по поводу Майкла Коэна. Да. Это бывший адвокат Трампа, который, в общем-то, сегодня обвиняется Мюллером, спецпрокурором, в том, что он солгал
солгал в Конгрессе, солгал под присягой практически и так далее. Илья, ваш взгляд на всю эту ситуацию. То есть, на самом деле, мне это все напоминает, опять-таки, дело Манафорта, которого обвинили по событиям 2006-2012 года. По это личной не имеет, сделке. Это не имеет никакого... По аналогах. Да, это не имеет никакого отношения к тому, к чему призван спецпрокурор Мюллер. Да. Он должен расследовать, во-первых, напомню нашим телезрителям, попытку влиять на выборы 2016 года в Соединенных Штатах Америки со стороны в России и вовлеченность Трампа и его окружения в как бы вот в ситуацию, связанную с Россией. В активную, значит, он сделал сделку. Здесь обвиняется президент, который закулисно сделал сделку с Россией. И он дал им что-то, кандидат, и они дали ему... Как говорят безумцы, да у нас Трампа выбрал Путин. Я это слышал сам. Сейчас как-то немножко ушло это все в сторону, весь этот идиотизм. Потому что проблема находится в следующем. Было дано разрешение специальному прокурору заниматься этими, но не ограничили, и не было сказано и ничего другого. Никаких налогов. Никаких коммерческих сделок различных людей, которые... Потому что здесь идет вопрос... Издеваются над конспирацией, инфовор, знаете, над всеми идиотами необразованными. И здесь правительство практически присоединилось к этой волне. Они говорят, да, но если он сказал... В чем обвиняют Коэна сегодня? Он сказал, что разговоры о... постройки здания закончились в январе 2016 года. Они продолжались еще 6 месяцев. И что была сделка? Сделка была та, чтобы Путин получил пентхаус, который стоит 50 миллионов. И он получит это в подарок. И вот здесь, а почему они решили это сделать? Они говорят, а туда приедут все магнаты, олигархи, мы им продадим дороже, мы заработаем 250 миллионов. Я знаю, адвокаты, они выдумывают теоретические вещи, финансовые. Может быть, да, может быть, нет. Какое отношение это имеет к расследованию Мюллера? Нет, вот в том, что якобы Трамп был еще на крючке финансового... Крючке, не крючке, а вообще, что он готов был не свои деньги даже вложить, но построить, дать свое имя и построить это здание в Москве до, значит, июля 2016 года. Вот, и тогда, если он, у него еще витали эти идеи в голове, вот Мюллер так думает, что еще витало там? Ну, так нельзя. Нет, вы знаете, здесь есть один элемент. Я не знаю, я это, по-моему, только один раз об этом говорилось. Но якобы, значит, вот Коэн, либо кто-то от него... Они виделись не с самим Песковым, а с его какой-то помощницей. Она ему звонила, она переписывала. Или звонила. Василий Ильич, вот и там кто-то даже знает, что хотя это был не Песков, но она внимательно записывала и сказала, что она передаст. То есть вот это как бы линк такой прямой на Кремль, на, так сказать, на то, что все отрицается постоянно, так сказать, со стороны компании предвыборной. Но это же не политика, это линк на Кремль в деловом бизнес-варианте. Я понимаю, да, но все равно это было во время, так сказать, выборов и так далее. И главное это вообще да не в этом. А главное то, что все это отрицалось. Но где здесь Россия держит Трампа? Дело в том, что только что были письменные ответы посланы Мюллеру со стороны Трампа, так? И вот если там в этих письменных ответах на вопросы есть такой ответ Трампа, который совершенно противоречит тому сейчас, что говорит Коэн, вот это, конечно, для него неприятно, и поэтому у него такое плохое сейчас у Трампа настроение. Вы думаете, что Трамп был гал и сказал, что все закончилось в январе 2016 года? Я не знаю, не знаю. Вы не знаете, но вы поясняете плохое настроение Трампа именно этим фактом. Нет, этой возможностью. Возможностью. Да. Я хотел бы еще что сказать по поводу того, что произошло в отношениях, так сказать, российского истеблишмента с Трампом вообще, так сказать, ну, что ли, в таком чисто политическом плане. Ведь, в общем-то, в России во время предвыборной кампании поддержка Трампа была не с тем связана, что его поддерживали, ему-то он так нравился. Потому что никто, собственно говоря, и не знал, как следует, что будет. Никто не думал, что у него советником станет Болтон и так далее, 5-10 такое. Что у него пойдут какие-то антироссийские шаги и прочее.
цель была в основном, так сказать, для внутренней публики сделать все для того, чтобы показать, насколько плохой кандидат Хиллари Клинтон и насколько демократическая партия не готова возглавить снова страну. Вот о чем речь была. Конечно, когда Хиллари Клинтон назвала Путина Гитлером, то, естественно, что какая будет там реакция. И вот это все было так. Причем, когда ночью здесь, в Нью-Йорке, объявили результаты выборов, а это было, так сказать, где-то уже утро в Москве. К двум часам ночи. Да, да, было заседание Думы, которое шло в прямом эфире. Когда шампанское пытались выпить. Нет, раньше. Было заседание Думы. И там Никонов, Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова. Да. Очень сведущий человек в международном плане. Он прервал заседание, он поднял руку. И он сказал, вы знаете, сейчас победил на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп. И все зааплодировали. Это в Думе, в Государственной. Более того, значит, руководительница, значит, службы RT, так сказать, она, которая, так сказать, очень весомый человек в информационной работе, значит, она взяла американский флаг, села в машину и стала ездить по, значит, Москве с... Не хотели Хиллари, да, хотели но Трампа. О чем это все говорит? Теперь далее. Были неловкости, это, конечно, очень большие неловкости, так вообще-то не надо было бы делать этим людям, и, может быть, тогда здесь, в Америке, не было бы такой реакции, вот на, так сказать, раз они радуются там, в России, это автоматически, значит, это плохо для Соединенных Штатов. Значит, вот это, наверное, был просчет в нашей, так сказать, информационной работе, даже вот среди некоторых... Но они радовались. Они радовались не потому, что они знали, что Кремль выдвинул кандидатуру Трампа, и эта кандидатура победила. Нет. Они рады, что проиграла Хиллари. Все. Вот. Второе. Что касается Трампа, то на довольно раннем этапе на своей, так сказать, предвыборной кампании почему-то он всегда уклонялся от какой-либо критики России, особенно самого Путина. Но особенно это проявилось, он, например, когда ему говорят, а как вы насчет Крыма? И он говорит, а там вроде бы они все за то, чтобы присоединиться к России. Такой у него был ответ. Это мы все знаем. Вот, минуточку, нет, мы знаем. Да. Барак Обама тоже уклонялся от того, чтобы Путина критиковать. Я просто хочу сказать, ну как, нет, что вы. Барак Обама даже не так... Это было в 2014 году. Да. Барак Обама не так задолго до своего ухода назвал вообще Россию региональной державой. Правильно, и выслал 35 дипломатов незадолго до своего ухода. Но он 8 лет руководил страной и боялся критиковать Путина. И когда Путин захватил Крым, именно благодаря Обаме никаких не было принято санкций. Да, поэтому, кстати, некоторые говорят, что значит, Трамп опасается, что скажут, что он, так сказать, не помешал захвату Азовского моря. Итак, в любом случае, нет, я хочу мы сказать, говорим что о том, что против сторон, Хиллари Клинтон нет, выступали. Я хочу с обеих сторон в ходе, так сказать, предвыборной кампании были некоторые шаги, которые действительно, они, так сказать, ну, как бы создавали впечатление о сближении. Это мы все знаем, Вадим. А чуть не коллижен. Они создавали впечатление. И здесь не только кто-то придумывает это, но это выглядело так в публичных выступлениях и в России, и в Соединенных Штатах. И вот это, конечно, Трамп сказал, я всегда говорил эту фразу, он сказал, если будет самолет, который нарушит наше пространство, мы его собьем, российский. Он однозначно сказал, он говорил всегда, я могу с Путиным говорить, но я при этом всегда буду учитывать интересы Соединенных Штатов Америки. Я могу с ним не договориться. Он говорит, я хочу с ним подружиться, но не договориться. Он это говорил во время предвыборной кампании, да. Я думаю, все-таки это не... У нас минута. Collusion... Это выдумка не российская, это выдумка, к сожалению, у нас в стране. К сожалению, это невероятная выдумка, потому что collusion – это не криминальный акт. Во-первых, даже есть collusion. Что такое collusion? Я тебе, ты мне. Активная сделка. Я тебе подарю пентхаус, ты мне поможешь подбить Хиллари. Это вот если... Говорите мне, Илья. Если... Правильно. Если этого нету, если просто идут два корабля в темной ночи по-разному, параллельно или разминуют, напротив, то здесь нет даже collusion. Collusion – это сделка. Время подошло к концу. Видите, когда неужели? Вы мне говорите, вы не закашливаетесь. Вадим, приветствую вас. Спасибо, благодарю. Я не думаю, что мы дотянемся, но хорошо. Дотянулись. Дамы и господа, я вас благодарю за участие в нашей передаче, за соучастие. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго. Хороших вам завершений выходных.